приветствовать своего друга, собрата, отца Сергия, с которым мы и учились в одно время в духовной школе, и работали в журнале «Ступени». Одного человека из редакции журнала «Ступени» тех времен вы уже встречали, это отец Павел Сердюк. Вот, это еще один человек, который вышел из этой среды, которая нас так сдружила. Отец Сергий Мовсисян, преподаватель Института богословия при Белорусском государственном университете, проректор. Милостью Божией завершилось. Завершилось, да. Кандидат философии, кандидат богословия. Крестиком вышивать умею, во имя говорю. Да, клирик, вот не помню какого храма. Рождества Христова. Да, в городе Минске. Я очень люблю говорить, что я деревенский клирик, потому что наш храм, он находится формально в деревне, которая за кольцевой. Так что вот, да, я... Ну вот, приехал деревенский батюшка к нам. И мне было с радостью этот путь совершить. Потому что, мне кажется, когда внутри общины, когда внутри храма есть намерение сознательно воспринимать духовную жизнь, когда есть дерзновение задавать вопросы, а не просто принимать жизнь церкви как нечто само собой разумеющееся, только тогда возможно действительно некоторое вхождение в торжество православия, которое мы сегодня празднуем. И когда такое происходит, то хочется к этому приобщаться, где бы оно ни было. И так далее, и так далее. Я хотел бы сейчас немножко сделать шажок, да, в нашем таком вот, ну, нашей рефлексии. Смысл в том, что зло, и, в общем-то, мы сталкиваемся с этим, да, в своей жизни, оно очень понятно до тех пор, пока не пытаемся мы задуматься о нем. То есть зло понятно, как то, что меня злит. Зло – это то, что меня злит. Но что оно такое само по себе, это как-то очень трудно понять.